Друзья, на сегодняшний день вы можете зарегать новый аккаунт по ссылке в описании и получить себе в игру комплект боевого снаряжения и пулемет М60Е4 сроком на месяц. А также комплект оружия Неон и, прокрутив бесплатную рулетку, вы можете получить себе АК-103 и другие пушечки на склад. Вот, а еще новым аккаунтам предлагают разные акции. Будь то пушки радиация или золотые пушечки. Ах да, еще чуть не забыл. Привязав телефон на сайте игры, вы получаете 7 дней випки. Ну, помимо той, что еще вам дают. Вот, так что давайте. Все ссылочки, если что, в описании. Здорово, народ. Я, короче, решил сыграть 1 на 5. Вот, взял эконом-вариант АИКСа за снайпера. Ну, вы поняли, о чем речь. Вот, и сегодня со мной Мишаня, он будет мне давать чисто подсадочки там и инфу, и все. В принципе. Лечить ничего не будет. Ну, надеюсь. Я хочу в это верить. Вот. В общем, погнали. Мифань. Мифаня. Да, привет, привет. У них один. Титани. Ну как Титани? Арма. Так, и что-то? Слышу шаги. Не понимаю, где они. Пулемет где-то в респе. Не умирай, смотри. Ой-ой-ой. Не, ну это что-то я прокосил просто. А. Что будет, если глушитель поставить на АТ-шку? Она будет ваншотить? Да, она будет ронять, я думаю. Зачем мне снайперка? Да, я тоже думаю, зачем. Ты бы Таурус взял, что ты? Не мужик, что ли? Заходит еще там же, зашел. Стой. Бомба установлена. Так. Он что-то вообще не удупляемый, короче. Не, он на меня смотрел. Он ставит, я просто за дырку залез, в стену ножом бью. Он такой испугался, убрал. Снова ставить начал. Не, ну ник, конечно, да. Хороший. Ладно. Посади меня вот там. Я понял. Там вот, да. Там, вот там, да? Вот, да. Именно, братан. А, вот там, я там всегда даю. Ты как так делаешь, что у тебя сразу моментально один палец ставится? Просто хитер, что ли? Ой, я косой. Я там проснулся и вообще не попадаю. Это вообще, да. Бомба установлена. Так, мне нужен инфа. Инфа, пойду собрать. Соберу. Итак. Так, у них есть мед. У них есть инж. У них есть штурм. Это. Блин, тут есть сзади. Это хорошая инфа. Я просто пробежал. А я косой. Короче, нет фаззума, я так понимаю. Либо он есть, но какой-то долгий. Миш, а ты тебе нормально? Да, я так. Где он, скажи? Один сидит за вещами, понял, где. А, понял. Я опять не вижу последний. Слушай, а чё такой фаззум хреновый? У АТ-шки. Я думал, пожестче играть. Не. Не. Из таких снайперов, как ни странно, да, она же вроде легендарка. Ну, но да. Лучше всех все равно Орсис, только Орсис. Ну я думал, АТ-шка будет конкурировать с этим. Ну да. Может быть, конечно, я просто косой на должно самом деле. Должно быть, да нет, должно. Сейчас быть, вот да. Вылезу в дырку такой. Оп. Ага, тут меня этот. Береги. Ну-ка, давай рейси. Я все равно еще ничего не сделал, только. Ну хотя это раунд уже да стоит, по-моему. Не, пофиг, ладно, забей. Иди солись. А, у меня две аптечки тут. Две аптечки? Почему-то. Меня сейчас еще зафармят. Ну так, отдадим раунд. Поиграй просто. Давай. Ну, с откуда он стрелял? Ага, стики, ага. Пачку ставить. Бомба установлена. Блин. Да там же небось. Просто как же это легко, да? Слушай, а почему так просто? Я уже просто заношу такой топор. Так, ну, блин, разифузить что ли? Давай перестрахуемся.
Но учтем, что этот раунд мы не выиграли. Потому что Григи меня убил в самом начале. Ну, короче, да, что-то как-то... У меня просто неудачный... Бомба обезвреженная. Слишком борзо вышел. Отмазки не придумал бы кросс кости еще. Да, ну просто сложно. Да не, на самом деле, я вот прям реально честно скажу, я только встал. Буквально вот, наверное, минут 30 назад. Чайка попил, умылся и все, и сел сразу играть. Причем сразу снайпером. Хочу снайпером. Почему? Потому что я после того, как поиграю стрелком с зажимными оружиями, я не могу играть снайпером, я не попадаю. Ну я сейчас тоже не шибко. Не шибко стрелок. О. Ну, Костян, у меня проблемы. Да. Сам лечись. Не надо мне лечись. Тут у нас упорит чел, тебя не включают. Там еще двое! Подсадки у тебя или спрыгнул я? Даже спрыгнул, наверное. Не, хп нет. Ну, оно сейчас будет. Надеюсь. А чё, где он? Пожалейте. Тупая девка. Да, они, конечно, такой интеллигентный. Вверх, походу, Коль. Или низ. Вверх, я думаю. Вот. А теперь низ. Теперь низ, да, он спрыгнул. Но он был наверху. Давай, выйди. Ой, какой раунд. Сильно. Ща! Только что, что он пытался раунд сделать, я не знаю. Установите бомбу. Сейчас в атаке еще возьмем один. Ну, если я смогу. Давай я попробую вообще, вот просто вот вообще ничего не делай, иди в риску. Вот просто ничего не делай. Делай. Без подсадок, без ничего. Ой, ой, гранаты. Испугался. Зига. Ага. Видишь, в алмазе. Страшно? Убил одного снопа. Нет, есть флешечка. Понял. Алмаз. Убил алмаз. Граната. Убит. А, у него Таурус! Блин, ну ладно. Ладно. Этот раунд я должен был вообще еще до того, как я с этим снайпером схлестнулся, я должен был его слить. Так, давай еще раз. Давай еще так. Не, бомбы я не буду брать, здесь смысла нет. Они идут сами пушить. Типа резону мам. Так я тебе хотел сказать, чтобы он меня не сбил. Так, мне нужно его контролить. Потому что у него... А? Да бесите его со своими флешками. На контроль мне все равно придет, из одной меды убьешь. Убил меда зато, но не убил снайпера. Он фул без регена. Флешки, блин, летают одна за другой. Я, конечно, понимаю, у меня все равно... Без регена, он с регеном, это не имеет значения. Ну ты с пистолетов. На, да. Вот видишь, у меня снайпер, с двойки уже. Так, у меня этот снайпер, короче, если я его труп отдаю, то он потом мне, ну, раунд сливает. Вот, как-то так. Давай. Да. Так, ты мне инфу дашь, если что, если в респу придут. Я пацан. Ну, да, только если в респу придут. Ну да. А так играй один. Ну да. Вот этого они хотели все увидеть. Только сложно это как-то. Ну да, тоже верно. Это алмазный в своем бифе.
Да вы бесите. Да! Я пока тут с инженером развлекался, меня уже снайпер запушил. Сейчас я, короче, поиграю как-то центр. Центр попробую поиграть. И попробую с глушителем, потому что меня по радару парят и идут пушить. Один у меня в зиге. Блин, я косой. Попал. Так, это ты топаешь, я испугался, Миша. Я вот так сюда. Один в зиге. Сверху кость надо мной. Понял. Наш подсад топишь. Я иду пушить. Я понял. Еще за мной. Миша. С подсада. Самый сильный. Я не мог удержаться. Так, где он был? На перелазе. Здорово, дядь, чё стоишь? Команда врага. Не, ну ты сейчас меня опять засейвил, блин. Я засейвил? В смысле, там тип лежал? Пойдём подсадим вместе. Пойдём. Я хочу там посидеть, иначе меня просто... О, у меня, говорит, вы читеры, отвечаю, у меня программа на читеров стоит. Это же запрещенное право. Да-да-да-да, кстати. У него самого запрещенка стоит, он типа, ладно, окей. Так, я вот сюда минку поставил, там идет уже, по-моему, сверху. Как раз таки. Так, они наверху, много наверху. Воюй. А, а здесь. Авик сильный здесь у меня. Где? Вот прям в воротах стоит, вот так вот, если на палет прыгаешь. Подожди. Не-не, стой, не за трогай. За деревом слева, я его не трогаю. Послушай лучше там инфу. Тут еще мед двое. Раз, угу. Я не выхожу, у меня ФП нет. Не выходи. Если бы там был медик, вот зачем ты так делаешь? Я знаю, где медик. А. Вот он. Хорош! Понимаешь, я знаю, где медик. Я все знаю, братан. Все. Все досконально выучил уже. Не, ну признаюсь, было сложно. Даже против Рамбо. Да вообще всегда, в принципе, играть сложно в Соляново против толпы. Это прям супер жестко. Видос-то будет? Будет. Будет, Вася, будет. Стата 8, меткость 39. Ну, я, блин, говорю же, я еще не раздуплился, не раскурился. Вот, может быть, дальше будет получше. Сейчас еще за снайпера тоже, может быть, что-нибудь запишем сразу сходу. Вот. Огромное ребзи вам спасибо за просмотр. Миш, тебе спасибо, что поддержал меня. Ну, мне на самом деле это нереальный буст, когда со мной еще кто-то есть. Потому что, ну, вообще, крыша едет. Вот, и... В одного очень давит вот это сознание. Да, вот просто, когда ты одного, это уже даже морально уже тяжело. Вот Миша молчал, я такой одиноким себя чувствовал, когда Миша пару раундов молчал. Я так прям не по себе было. А когда вот со мной, ну, разговаривают, хотя бы какой-то диалог ведет, уже проще играть. Все, ребзи, огромное вам всем спасибо за просмотр еще раз. Вот, да, в принципе, да. Все, пока. Пока, ребят. Где перчатки скалолаза? Алло, Хаймзон. Вот. Меня тоже интересует. Где перчатки скалолаза? Хаймзон. Слышь, сюда иди. Перчатки есть, я знаю.